всем, меня, как и прежде, зовут Алена, и сегодня я расскажу вам про сиюминутные удовольствия. Я ж на ПП! Мясо тащите! Привет всем, меня зовут Алена, и сейчас я расскажу вам про свой идеальный мир. Воздух прогреется до 30-32 градусов выше нуля. Ты на, не ори. Ура, ты как похудела! Мудрый вообще охренел. Жопа, висит 300-50, зачем 50 колоду? Я ему, жри, что дают, а он, сама жри свои яйца. Я мясо хочу. Помнишь Катьку, анорексичку? Умерла. Тихо, что пол не помыла. Сам иди да помой. У тебя инстаграма нет, лайков никого не надо. Заткнитесь! Бесит орущие дети. Это же твои дети. Будут у тебя свои дети, будешь меня учить? У меня вообще-то была собака, да то же самое. Подержаться ж не за что. Ходит на свою работу, типа устал. То ли дело я, в тренажерку сходила, в солярий сходила. Сегодня вообще весь день на Алиэкспрессе просидела. А интересно, их можно пересчитать? Девчата говорят, что вы меня не планировали. О, детка, да как же. Конечно, запланировано. Запланировано, только не нами. Настало время для внуков. Видео новое выложила. Время читать лайки и собирать комментарии. Фу, какая страшная. Что? Сиськи свои вонючие, тут всем показываешь. Ты девочка, девочка летает в облаках. Ты же будущая мать. Не смешно. Опять реклама, фу. Отписка, шлюха. Иди лучше делом займись.
У меня работает. Не получается у меня этот спорт. А поесть-то получилось. Как жаль, что никто не видит, как плачет по ночам та, кто идет по жизни, смеясь. Так, в Ашане гречка упаковка, а упаковку мне хватит на неделю. Завтра куплю. Шапку и шарф надела. А где мои варежки? Ну, теперь анкета будет красивее. Ну, теперь эти ножи за наклейки будут точно мои. Блин, опять на выходных с родаками на дачу ехать. Ой, вы мои хорошие, растите быстрее. Если Фродо позовет меня нести с ним кольцо, я готова. Вроде все в жизни сложилось, но если Фродо позовет меня нести с ним кольцо, рвану не раздумывая. Дай посмотреть. Ты чё? Уронишь ещё? Дверь, не хлопай! Пожалуй, я возьму эту шляпу. А вы её точно будете носить? Нет, конечно. Я иду для фотосессии. Завтра верну. Отложите мне вот эту вещь. А вы точно за ней вернётесь? Нет, конечно. Мне просто вас жалко, вы потратили на меня 30 минут времени. А я здесь вообще передумала что-то брать. А у вас точно 40-й размер? Нет, у меня 44-й. Я слишком много ем и поправилась. Но мне стыдно вам это признаться. Ну, в принципе, неплохие. Значит, будете брать? Нет, конечно. Они стоят, как крыло самолета. Но я сейчас еще немножко поведелась перед вами, чтобы вы не подумали, что я нищебродка. Отличный гироскутер я возьму. Вы на нем кататься-то будете? Нет, я буду брать его каждый день на улицу и фотографироваться, потому что это модно. Твоя одноклассница Танька уже третьего родила. Смотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу узнать, на кого ты меня.
поменял. Но больше нет.